канале Амалия ТВ. И сегодня мы будем собирать чемодан в поездку в Вьетнам. Мы едем сегодня уже в 3 часа. Мы едем в аэропорт, чтобы улететь в Вьетнам. Ждите новых влогов с Вьетнама. Ну а сегодня я вам покажу, что я беру с собой в чемодан. Поехали! Первое мы, наверное, положим, это у нас будут футболки и топики. Первый топик у нас будет вот такого бирюзового, моего любимого цвета. Он очень легкий и очень удобный. Очень красивый. Следующий у нас будет топик. Еще один, я беру с собой два топика. Мой любимый топик вот такой вот розовый, очень красивый, очень яркий. И тут черными пайетками написано, 23, цифра 23. Очень красиво и завязывается на узелок. Следующее, у нас тут просто футболки. Первая футболка классическая, розовая, желтая. Классическая, очень удобная, и классно, она очень яркая. Следующая обычная белая футболка, такая белая, и тут написано I love the beach, это я люблю пляж или море. Также тут сзади есть такая дырка, очень классная и очень красиво смотрится, и вот такие вот ремешки, где написано love, love, love. Очень классная, очень удобная и красивая. Следующая у нас идет вот такая вот футболка, тоже спортивная, очень легкая, очень удобная. И последняя футболка на этот момент, это вот такая вот еще тоже легкая, она очень удобная, вот такая вот серенькая с девочкой. В этот раз одежды я много не буду брать, а всего побуду. Давайте теперь я вам покажу свои платья. Первое вот такая вот, вот такое вот платье, такого болотного цвета с цветочками. Очень красивое, очень удобное и легкое. Следующее платье, оно обычное, простое, как майка, очень легкое тоже, красивое. Оно очень красиво смотрится на мне. Следующее у нас такое вечернее платье, можно так сказать, вот такое. Тут такой поясок блестящий. Само платье серое, очень мне нравится. Также у меня есть такая туника, можно сказать. Она такая с Микки Маусом, с Минни Маусом, так жить. И внизу такие вот веселки. Очень красиво, очень классно подходит под шорты. Следующее у нас идет такое серое платье, очень тоже красиво, очень классно на мне смотрится, с кармашками. Такая надпись теплового такого цвета, и тут очень красиво такое, типа, плавное сердечко. Очень тоже удобно, очень летнее и очень красиво. И последнее платье на этот момент. Даже это не платье, можно так сказать, а пляжная рубашка. То есть, чтобы дойти до пляжа или до бассейна, накинул на купальник и пошел смело купаться. Конечно, когда будешь купаться, снять ее. Тоже очень красиво, я ее в каждой поездке беру, она мне очень сильно пригодится. И вы спросите, в чем я буду спать? Естественно, в ночнушке. Сейчас вам ее покажу. Или в пижаме. Я взяла ночнушку, очень легкая, такая длинная, с Микки Маусом. Серенькая тоже очень красивая и удобная. Такая как парашютик. Следующее я беру также на всякий случай вот такие вот леггинсы, они спортивные, очень удобные. Они черного цвета. Следующее у нас идет вот такие вот шортики. Черненькие, тоже очень удобные, красивые. Следующее у нас идет очень классный костюм с кедами. Первое это такие штанишки, они очень легкие, очень удобные. Прям под самую такую жару, как там. И топик такой, развязывается на поясе. На
обувки. Очень красивый, очень удобный и очень такой спортивный. Следующая у нас идет рубашка красная под вечер. Ведь вот такая обычная классическая красная рубашка в клеточку. Следующее я, наверное, положу все такое джинсовое и очень тоже легкое. Первый у нас будет комбинезон джинсовый. Мой любимый, где он обязательно нужен, он очень удобный и очень красивый. Я его очень часто ношу с летом. Как он? Очень прикольный. Следующая джинсовая юбка с такими тремя застежками. Очень красивая. Главное, прикольно. Ну и последние из одежды, наверное, это будут вот такие вот классические шорты, но они отличаются тем, что они с ромашками. Также уже там, на месте, я там тоже прикуплю и сланцы, как у меня сланцы не очень такие. Ну и там шортики. Такие. Ну, отделение. Первое, запомни. Заполним другое отделение. Первое у нас, наверное, будет это обувь. Первая обувь. Это у нас вот такие вот очень красивые нежные босоножки с такими вот вставочками золотыми, очень красивые. Следующее это у нас вот такие вот кроссовки с пончиками, очень удобные. Розовые и серые. Там очень смешной пончик. Классный. Хоть там очень жарко, но там тоже вечером погулять. Следующий у нас будут купальники. Первый купальник раздельный. Верх у него вот такой вот, синий, с висюльками. А низ вот такой вот, в полосочку, синяя-белый. Еще один купальник, вот такой вот, у него также, он слитный, такого бирюзово-розового, очень яркий, это мой любимый купальник. Следующее у меня будет нижнее белье, и там также еще две пары носков, и вот такая вот джинсовая кепка. Следующее я также с собой беру вот такую сумку, чтобы гулять с ней и брать там телефон и наушники. Следующее у нас будет зубная паста, зубная щетка беленькая. Также большие наушники синего цвета без провода, и к нему идет зарядка. Также я беру с собой резинки. Три пары обычных резинок таких и две пары таких пружинки. Их я положу в этот кармашек. Следующее также я беру зарядку от пауэрбанка. Ну и все, наш чемодан готов. Можем его закрыть. Все, мы собрали наш чемодан. Следующее у нас будет мой рюкзак. В этом кармане я уже положила маленький кошелечек и карты. Следующее у нас тут будет пенал, где тут лежит, поместился клей, также мой чокер. Такой вот блокнот, цветные карандаши, ручка и карандаш. Следующий у нас будет вот такой вот чехол розовый с мороженкой, очень яркий и летний. И когда я приеду туда, я сразу же его надену. Следующий спиннер. Вот такой вот. Два блока телефона
и Watch моих часов, зарядка от телефона и от моих часов. Также еще одни наушники, только они уже пустые, и Powerbank. Также я еще беру с собой блок для, ну, вилку для планшета и зарядку, и сам планшет, просто он сейчас у меня заряжается. Так, все. Всем пока, до новых встреч и ждите моих новых влогов с Вьетнама. Всем пока!